Сегодня самый быстрый и любимый пирог. Всем мои здравствуйте, вы на канале «Удачные моменты» Светланы Агафоновой. Один стакан молока теплого, подогреть в микроволновке, щепотку соли, сахара 2-3 столовых ложки, это опара. И дрожжи, 1/4 от обычной маленькой пачки дрожжей. Я беру свежие, можно и сухие. В пропорциях посмотреть, как написано на пачке. Это опара. Немножечко муки до такого состояния густой сметаны замешать. Я вообще замешиваю быстро миксером. Ставлю где-то на 20 минут. И вот такая получается замечательная чудная опара. Яйцо. Я уже на глаз, если честно. Вот так подсолнечное масло. Можно немножечко даже сахара я иногда добавляю еще, чтобы слегка взбодрить еще дрожжи. Вообще, если вы любите тесто послаще, то можно и побольше сахара. Начинка у меня будет капуста. Капуста жареная. Яйцо туда я не буду, потому что, честно, не люблю. Просто капуста. И мука. Если просеиваете, значит сеем. Я сейчас просто быстро. Нужно испробовать мою новую печь, которую я привезла сюда, в деревню. Это вторая моя печь. Первая точно такая же у меня стоит на даче. Все, быстренько замешиваем. Яйцо деревенское, и тесто получается желтое. Тесто у меня получается вот такое, не густое. Оно должно быть не забито мукой. Муки добавляю на глаз. Добавляю вот до состояния такого теста. Накрываем, оставляем стоять на солнышке. Как только тесто поднимется, я сразу пеку. Капусту порезать, лук порезать. Украшать, к сожалению, я не умею, но я умею делать вкусные пироги. У меня вот такая электрическая мини-печь, я открываю, у меня даже здесь булочка нарисована, вот 190 градусов, я ее нагрела. Открываю, и мы ставим наш пирожок. И до момента подрумянивания, и пока он будет готов. Я думаю, что пирог готов. Я немножечко уменьшила температуру и подняла наверх. Так, прошло 25 минут. Вытаскиваем. Фольгу снимаем. Я накинула немножечко фольгу. Ой, классно. Так вкусно пахнет. Так, ну мне кажется, больше подрумянивать не надо.
И мне кажется, что пирожок получился замечательным. А вот теперь моя слабость, кусочек масла сверху пирога. Вот так вот. Обожаю. Можно я руками? И после того, как вы наработаетесь на вашей любимой даче или на вашем участке, там, где вы живете, с молоком. Пирожок с капустой. Это очень вкусно. Приготовленный собственными руками. Позовете своих родных, близких. И с удовольствием покушаете пирожок. Ну, а теперь вот так вот. Раз. Пусть он постоит. И порезать. Посмотрите, как замечательно пропеклось тесто, потому что тесто воздушное, легкое и, уверяю вас, очень вкусное. Ну что, приглашайте своих родных, близких, любимых на вкусный пирог с капустой. Вы поработали на даче? Зовите, кричите, чтобы они бегом бежали на вкусный пирог с тестом. С капустой, оговорилась. Мира и добра вам и всего вам хорошего. С пирогом вас!